сегодня есть возможность разобрать комментарии. Нашли свободное время. Так, Самир меня тут спрашивает по поводу правозащитной организации, объяснить поподробнее. Ну, Самир, об этом можно будет узнать на нашем канале. Переходите по ссылке, я вам сейчас отправляю быструю ссылку, вы сможете все это увидеть. Так, по поводу того, у кого нет вообще спонсора. У нас спонсором может выступать либо правозащитная организация, либо физическое лицо с грин-картой или social security номером. Опять Самир пишет, спрашивает по поводу иммиграционного лагеря, сколько держали. Семьи без детей могут забрать на месяц. Опять же, сейчас работает директива об условно-досрочном освобождении, которая у нас также есть на нашем канале, вы можете это посмотреть. Я так думаю, что в ближайшее время иммиграционный лагерь будет только в исключительных случаях для тех, кто имел депортацию ранее. Так, освобождение через ряд, бесплатная помощь, так. Ребят, вот те, кто спрашивает, как с нами связаться, я всем сбрасываю нашу быструю ссылку, вы можете это сразу же сделать. Так, лично со мной связаться можно только в режиме консультации. По поводу консультации Алексей либо Катя вам может подсказать. Так, ребят, те, кто здесь нам спамят и пишет тролль, я сразу удаляю, это не читаю, так что можете не трудиться. Так, здравствуйте, я тоже хотел. Так. Подскажите, Александр спрашивает, Сергеевич, подскажите, как найти человека, который сделает историю. Мы занимаемся историей, у нас в компании 14 человек, из них там 2 юриста, 2 психолога, у нас журналисты, члены Союза журналистов России, международной организации журналистов, его зовут Игорь. Сегодня мы с ним будем делать в студии интервью, я надеюсь, все получится. Так, Эдик спрашивает, просто пишет, я таджик. Ну, приятно, Эдик, очень приятно. Так, дальше идем. Бахадир, побольше видосов брать. Ребят, по поводу вот нового видео с парнем Валерой, мы с ним договорились, он сделает у нас на канале плейлист, можно будет посмотреть. Так, дальше. Ну, по поводу Краснодара, здесь ребята говорят, о, вы в Краснодаре живете? Нет, ребята, у нас в Краснодаре находятся психологи, я был в Краснодаре, делал с ними видео, скоро появится на нашем канале. Так. Так, всем, кто нам говорит спасибо, вам тоже огромное спасибо. Спасибо за то, что подписаны на наш канал. Так, какова зона действия браслета? Ребят, GPS-браслет работает так же, как и навигатор по всей Америке. Вот, по поводу того, как его снять, как раз у нас есть Валерий, который может подсказать. Он сейчас находится в США с этим браслетом. Если кому-то захочет на него посмотреть, вы мне делайте в комментариях запрос, я просто его попрошу, он сделает специально для вас видео с браслетом на ноге, чтобы, ну, и расскажет, что это такое, если кому-то это нужно. Снимает под разными ракурсами, снимет, сможете увидеть. Так, здравствуйте, это спрашивают, могут держать и допрашивать сутками? Нет, максимум там 30-40 минут, потом вас выпускают. Держать могут и сутки, могут и двое, но вы будете находиться в распределительном центре, все зависит от того, где мы будем подавать, от округа. Вот, но обычно это все быстро. Так. Если вы подали на убежище и хотите, чтобы ваши родственники вас навещали и приезжали по гостевой визе, визу будет получить сложно, если у вас прямая связь, например, жена, либо дети. Вот. А если дальние родственники, то можно без проблем получить туристическую визу, либо какую-либо другую, и уже спокойно. Так, Илги спрашивает, а не семейным, как все сделать? Парень 24 года, не женат. Ребят, все зависит от количества эпизодов, и все зависит от того, где вы живете, и чем вы вообще занимаетесь. Потому что мы не пишем левые какие-нибудь там фальшивые кейсы, мы делаем все по-настоящему. Так. Так, Миха Ширик пишет. Меня не пустили с дочкой в Мексику, в аэропорту нас развернули, отправили обратно, в паспорте депорт не поставили. Сразу же говорю, чтобы сейчас въехать в Мексику, нужно точно понимать весь алгоритм действия и понимать психологию мексиканцев, которые вас будут встречать на границе. У них особый менталитет, к нему нужно подстроиться, его нужно знать. И в ближайшее время мы вообще планируем сделать гарантированный въезд в Мексику. Об этом можно будет также увидеть на нашем канале и получить в режиме консультации. Так, тут вопросы по визе. По визе это Катя. Как въехать в Мексику? Ребят, мексиканскую визу получить достаточно сложно. В основном люди въезжают по другим визам. Это все также можно будет узнать у Екатерины. Так. Понятно, опять тут тролль. Так, я сейчас нахожусь, кстати, в Москве, ребята. Если кто-то хочет со мной встретиться,
можете спокойно это сделать. Так, если кто-то находится в розыске, зависит от того, какой розыск. Если вы находитесь в Интерполе, у нас есть в Праге офис, и вы сможете пообщаться с Алисом Михалевичем, мы вам дадим его контакт. Так, ну, в принципе... Так, ребят, мы сейчас в настоящее время ведем переговоры по поводу открытия офиса в Узбекистане, в Ташкенте. Вот у нас будет офис, мы будем полностью обеспечивать, делать весь спектр работ. Вот. Ну и в Кыргызстан, Алексей планирует в Кыргызстан в ближайшее время, мы также это все сообщим на нашем канале. Итак, ребят, если что, пишите сюда, сам лично буду смотреть ваши комментарии. Сразу скажу, что те, кто планирует тут нас троллить, перед тем, как эти комментарии попадают ко мне, их проверяет Евгений, смотрит, что влево, что вправо, ну и дальше уже подключаюсь я. Комментарии разбираю раз в неделю, это будет на нашем канале. Итак, друзья, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, удачи вам в эмиграции, всем всего доброго.